Пачка, пуанты, канифоль – эти балетные принадлежности мы чаще встречаем на сцене. А вот близко увидеть и потрогать не всегда можно. В Чувашском государственном театре оперы и балета работает выставка, приуроченная к 26-му международному балетному фестивалю. В многофункциональном зале можно познакомиться с биографиями известных балерин, которые прославили Чувашию. История чувашского балета, театр и национальный музей подготовили уникальную выставку. Костюмы, предметы одежды с автографами, уникальные фотографии. Здесь же биографии и фото балерин из Чувашии Надежды Павловой, Галины Васильевой и Ольги Серегиной. На выставке можно увидеть и предметы, и костюмы наших выдающихся балерин, которые в свое время, когда танцевали, блистали на разных сценах мира. Тут представлены и вырезки из журналов, и книги, а также интересные сувенирные вещи. Мне очень симпатизируют экспонаты, которые здесь находятся. Также музыкальное сопровождение придает особую атмосферу. На самом деле это очень необычная выставка. Я думаю, это одна из достаточно уникальных и первых выставок, которые проводятся у нас в городе.